телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и соцподдержки просит родителей напомнить детям, потерявшим за время отдыха должную бдительность, о простых, но очень важных правилах безопасности, которые помогут защитить их от опасных ситуаций. Уберечь здоровье, имущество, а иногда даже жизнь. Первое, нельзя становиться невидимкой. Иными словами, нужно всегда быть на связи с родителями и ставить их в известность, куда уходишь и когда вернешься. Второе, переходить дорогу нужно по зебре и при этом внимательно смотреть по сторонам. Третье, не разговаривать с незнакомцами. А еще нужно придумать семейный пароль, который будет известен только родителям и детям. И если посторонний скажет, что его послали за ребенком, он должен назвать этот пароль. Администрация Самарского района напоминает жителям, что специалисты ресурсного центра поддержки актива МКД оказывают содействие в регистрации уполномоченных на проведение собраний собственников в государственной информационной системе ЖКХ. Для граждан ГИС ЖКХ предоставляет возможность в любое время оплачивать счета за ЖКУ, вводить показания приборов учета, контролировать работу и услуги по дому, заключать договор управления и ресурсоснабжения в электронном виде, подавать жалобы и обращения в органы власти и многое другое. В телеграм-канале железнодорожного района напоминают, что вандализм – это не искусство, а уголовное преступление. Нанесение на фасады, а также другие элементы городской среды несанкционированных дополнительных рисунков и надписей недопустимо. За осквернение зданий, скульптурных композиций, остановок общественного транспорта виновникам грозит штраф до 40 000 рублей, арест до 3 месяцев, лишение свободы сроком до 3 лет.